Добрый день! Это канал Максимадзе и, короче, GTA 3 Definitive Edition у нас сегодня. Осталось, короче говоря, парочка серий и на этом все. Действительно, короче, сегодня будем выполнять оставшиеся задания Рэя Маховски. А вот чем мы заменим GTA после ее прохождения, я скажу в последней серии. Я думаю, многие из вас хотели этого. Писали в комментах даже. Так, короче, как всегда, в туалетах он. Gone fishing. Думаю, мой напарник стукач. Нужно побыстрее заткнуть ему пасть. Обычно по вечерам он рыбачит на своем катере возле маяка на Портал Рок. Угони полицейский катер и отправь этого стукача на дно. Хватит ему рыбу ловить. Пусть он ее хорошенько покормит. Самим собой, да? Ладно, окей. А где тут выход? А, вот. Так. Короче, едем по навигатору. И нам снова на катере придется поплавать, насколько я помню. Стоп! Блин, а чё такие круги-то? Мы на первом острове, по нам продолжают палить эти китайцы. О, блин. Интересно, почему он не может... А, вот теперь может. Отправляемся к маячку. Так это где же он находится-то? А, вот он. Далековато что-то. Ну ладно, как он у нас стреляет? А, прикольно. Понятно. Этими орудиями его убить труда не составит, я думаю. Если, конечно, с ним большой охраны не будет и полицейских. Так, приближаемся. Не так уж это и далеко, как оказалось. Вон, кораблик, уже вижу его. А, вот он как рыбу ловит. Браконьер, скотина, надо остановить его. Отведай-ка силушки скорострельный. Ай, блин. Нет! Надо, короче, аккуратно с этими бочками. А
А что, он круги наворачивает, что ли, будет? Куда он вообще плывет-то? Отведал силушки скорострельно. Вот так вот, короче. Эх, теперь машину надо найти и выбраться отсюда. Это было очень легко. Но вот следующая миссия потруднее будет. А, вот здесь можно выйти. Здесь машина может быть. А, вот. Неплохая машина, кстати. Давайте возьмем. В смысле, какой ралли на Патриот? В смысле ралли на Патриот? Я ничего не хотел. Я выхожу из машины. Возьмем другую. Где-то тут есть этот баргузин, как я называю его. Он там где-то. Вот он. Вот его возьму. Пони, как он там, по-моему, называется. Но чем-то немного похож на баргузин. Вот я его это беру. Многие, конечно, не согласятся, но мне так кажется. Так, ну... Ехать тут по прямой где-то. Так, вот... Не обогнать их так просто. Так, вот здесь посвободнее чуть-чуть. Ай, блин. Но зашибись, дождь пошел. Бластер. Ты козел, блин! Ты все завалил, речь идет о моей безопасности, а ты даже человека убить не можешь. Я хорошо заплатил, чтобы ты убрал стукача. Он выжил! Он сегодня собирается дать показания. Его с минуты на минуту повезут из госпиталя Карсон в Рокфорде. Если он заговорит, я тоже всех сдам. Так что давай убей его. И как он, как это, как он мог выжить вообще? Это невозможно. Может он это? Если он выжил и собирается давать показания, может он это? Я же его вообще истребил-то. Может он как Дарт Сидиус в Звездных войнах нашел способ воздействовать на метихлорианы, чтобы создавать... жизнь. Там, клонировать тело и перемещать свое сознание в другое тело. В GTA, конечно, такое невозможно. Это все сказки, но посмотрим, как будет здесь. Да ишь ты налево. Как под дождем тяжело ездить.
А, он там едет где-то. А, вот. Да, замечательно. Еще и полиция теперь будет нас преследовать. Блин, на фургоне тяжело их будет догонять. Особенно если я буду застревать где-то. Вот так вот. Казалось бы, всего-то две звезды, но так, но это многовато-то как бы уже. А, чё? Серьезно? Уже на место доставлен? Короче, надо на другой машине его догонять. Так, эта машина пошустрее будет. Надеюсь, на ней мы и догоним его все же. Вылетел. Ой-ой-ой, нет! Ух, чуть не улетел туда. Что это такое, блин? А, пули не берут. Что же с ним делать-то надо? Ну и долго мне его давить так надо, а? На, блин, ну сколько тебя еще давить надо, так, а? Мне же сейчас пипец будет. Ну сколько можно уже, ну быстрее, а? Сколько можно его давить уже, а? Ну я давлю его. Чё, ничего ему не делается от этого. А, вот, наносится. Только очень маленький наносится ему урон. У меня же машина скоро загорится, наверное. Отлично, сдох, падла. Ну это какая-то одна из вообще самых тупорылых каких-то миссий. Какая нафиг живая мумия? Что за как выжил, как стал мумией? Что за сказки дебильные, е-мое. Мумия, которую еще и эти пули не берут. Маркетмен. За тобой нет хвоста? Да? Ну все, я перешел дорогу с серьезным людям, и мне теперь конец. Я так понял, ЦРУ имеют долю от продажи того спанка, и мне понравилось, что мы мешали картелю. Я у них на мушке, и надо быстрее сваливать мне. Отвези меня в аэропорт на мой рейс, и я тебе хорошо заплачу. Давай. У меня быстрая машина. Залезай, скорей. Не застревай тут.
Так, вот этот аэропорт, по-моему, на том, на третьем острове находится. У нас есть 3 минуты на все, на все про все, так что поспешим. А, нет, не на третьем острове, на этом. Или это еще не аэропорт. Короче, сейчас увидим. А теперь куда? Ага. Понятно. Зачем-то мы заехали туда, потом нас просят ехать все же на другой остров. Но думаю, нам 2 минут хватит. Если мы не будем медлить и врезаться во все подряд. Привлекать полицию также не следует. Ай, блин. Это сильно замедляет. Полторы минуты всего осталось. У нас мало времени, надо поспешить. Это еще что такое? Нет! Капец, это как понимать вообще? Может, надо было в тот тоннель заезжать и там въехать в него? А, мост под наблюдением ЦРУ, придется искать другую дорогу. А, господи. Ну, дебильный навигатор, зачем он меня на мост-то повел? Навигатор дебильный. И я ему этот навигационный путь в жопу засуну потом. Ладно, значит, нам показывали, что надо заезжать. Навигатор показывал, что нам стоит ехать в туннель, а зачем он какого-то фига мне проложил путь к мосту? Ну вот нафига? Это он сделал, а? Навигатор дебильный. Ну да, действительно, по этому длинному тоннелю можно доехать туда. Так, нет, еще раз я на это не поведусь. Великий навигатор. И супер-мега-нагибатор. Хотел бы я сказать кое-какое другое слово с таким же окончанием, но лучше не буду. Но оно подходит по смыслу. А, вот теперь правильно показывает. Наконец-то. Сколько тут машин, блин. Туннель, конечно, обалдеть. Ух ты, это что еще за фургоны такие? Что-то я таких раньше не встречал. Опа, опять стрелки. Вот тебе ключ от тайника. В нем я на черный день припрятал наличные, какие полезные вещички. Увидимся.
отправляйтесь к тайнику и заберите вещи. Благодарю хотя бы, но думаю, что мы уже не увидимся. Что у нее там за тайник? Я что-то этого не помню уже, если честно. Я чуть не понял. ЦРУ все еще здесь, что ли? А, нет, похоже, уже нету. Ой-ой-ой-ой. А, вот. Этот? Впечатляющий набор. Огнемет. И много чего. А еще классный автомобиль, который я уже обцарапал. Гараж. Отправлю я его. Давайте огнемет испытаем. Эй, нет. Лучше испытаем его там, где нету людей. У себя в хате. Этот золотой патриот, пожалуй, в гараж следует поставить. Ну что, попробуем? Ух ты! Ничего себе штука! Что он нам еще дал? Гранатомет, нифига себе! 25 штук, давайте стрельнем одной. Жесть, конечно. Снайперской винтовки много, гранаты. Вот этого, короче, и, короче, хороший подарок достался нам. Ладно, следующая серия уже будет точно финальной. Спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь, меняя эпичный видос, подписывайтесь на стримский канал, блоговый канал, Спайру ВКонтакте, всем пока.